Сегодня прекрасный день. Но я уже так скучаю по дому и этой милашке. Какие чудные карие глазки. Кто это тут такой, а? С едой в кинотеатр запрещено. Ну вот, я только что потратил на это 20 баксов. Отстой. Ненавижу это место. Моя малышка, а я как раз о тебе думала. Там тот парень. Надо спрятать твои закуски. Нельзя, чтобы кто-то увидел. Положи их сюда, милая. Это будет наш с тобой маленький секрет. Ты тоже с едой? С едой? Ну, конечно, нет. Все-таки классно, что мама тут работает. Кому шоколадку? Ну, какой фильм без шоколада? Попробовать первым делом. Прошу прощения. Думаете, я пущу вас с картошкой фри? Смешно. Неплохая попытка. Но я только что ее купила. Что за правила такие? О, знаю! Видите этот стаканчик? Отрежем нижнюю часть. Теперь приклеим ее спереди на эту коробочку. Клей-карандаш нам отлично подойдет. Вот так. Осталось немного. Вставляем это прямо вот сюда. Крошечный потайной ящичек. Осталось приклеить еще одну деталь внутрь. Видите? Попробуем еще раз. Стоять! У вас там с собой еда? Кажется, вы можете проходить. Я однозначно гений. Маленькая потайная картошка фри. Давайте смотреть фильм. Что там впереди происходит? С едой нельзя, да? Так, следующий. У меня нет никакой еды. А что у вас в сумочке? О, сейчас открою. Вас это интересует? Я не могу. За ваш труд... А если я отдам вам все? Да? Что ж, ладно. С вами приятно иметь дело. Проходите. Сколько тут монет? Что же мне с ними делать? Больше денег, больше проблем? Только не в моем мире. Оцените. Я здесь босс, детка. Алло? Вы уснули или что? Нет, я только что заработала это. Но это же не настоящие деньги. Это шоколад. И как вы этого не заметили? Да вы издеваетесь. Только не увольняйте меня. Отправляю вас на повторное обучение. Все ясно? О, как жаль. Ничего не поделаешь. Видишь этот знак? Никакой еды и напитков. О, нет. Эта медсестра отбирает все вкусняшки. Да чего же вредная. Забрала всю еду у бедной девочки. Минутку. У меня есть идея. Ладно, мои сладкие, сейчас я вас надежно спрячу. Положим шоколад вот сюда. Думаю, здесь много поместится. Ох,
пожалуй, больше не влезет. А теперь притворюсь, что у меня все болит. У тебя есть при себе еда или напитки? Нет, конечно же. Если вы не против, можно уже пройти внутрь? Ха, отлично сработало! Время насладиться конфетками! Изумительно! Здравствуйте! Я на день рождения к подруге! Только не с этим тортом! Проносить любую еду запрещено! Отдай его мне сейчас же! Но это для подруги! О, нет! Шарики! О, ну и порядки здесь! С днем рождения! Ух ты! Вот это сюрприз! Я принесла тебе подарки! О, и заодно кое-что вкусненькое! Гляди, этот браслет из конфет! Они хоть как-то заменят мой бедный торт! Вау! Ты умница! Мне так не хватало конфет! Понимаю, в больнице таким не кормят! Эй, я кое-что придумала! Немного разукрашу твой гипс! Теперь он будет выглядеть намного круче! Класс! Мне нравится! Кажется, моя газировка в опасности. Что же делать? Постараюсь спрятать. Может, удастся принести? О, боже! Она такая страшная! Упс! Я уронила одну бутылку. Что такое? С газировкой нельзя! Ты что, не видишь? Унеси ее немедленно. Эх, как же мне быть? Минуточку. Этот шприц. Он может пригодиться. Просто надо мыслить нестандартно. Наполняем шприц газировкой. Готово! Полон до отказа. А потом делаем то же самое с другими шприцами. Эй, а ну постой! Что это такое? Просто несу шприцы с лекарствами. О, хорошо. Можешь проходить. Ух, еле проскочила. Что? Уколы? Да сколько можно? Она и правда думает, что я медсестра. Эй, это же я. О, не может быть, как ты сюда попала? Тихо, не выдавай меня. Смотри, что я тебе принесла. Но зачем мне эти лекарства? Это не лекарство, зацени. О, понимаю, твое здоровье. Так освежает. Выглядишь не очень. У меня есть кое-что для тебя. Вау, у тебя там тени. Возьми, воспользуйся. Ладно, попробую. Фух, гораздо лучше. Теперь можем поиграть с Пупытом. Привет, как дела? Как раз есть время подкраситься. Нужно добавить цвета. О нет, уже звонок. Ну вот, урок сейчас начнется. Придется подождать с макияжем. Минутку, у меня есть идея. Стой, не торопись. Ты знаешь правила? С косметикой нельзя. Ну же, давай сюда. И ты тоже. У тебя есть косметика с собой? Что у тебя в руке? Что это? Это клей-карандаш. Ладно, с этим можно. Проходи. Экстренные меры для экстренного случая. Эй, послушай, я тебе помогу. Я взяла клей-карандаш и вытащила клей. Получился пустой футляр. А значит, он был готов к следующему шагу. Теперь румяна. Я выкрутила тюбик до самого конца. И просто вытащила. Затем я положила румяна в футляр для клея. Подошло идеально. Немного надавила. И просто закрыла колпачком. Что? Зачем мне твой клей-карандаш? Ты слушала, что я тебе говорила.
Ого, ты мой герой. Я могу закончить макияж. Чудно. Спасибо тебе. Неплохое меню. Привет, рад, что ты пришла. Хорошо выглядишь. Хочешь взглянуть на меню? Да, конечно, сейчас. Ух, здесь так жарко. Тебе тоже жарко или только мне? Я ничего такого не заметил. Боже мой, я вся горю. Еще и вспотела. Ух, так-то лучше. О, нет! Отвратительно. Надеюсь, он не заметил. Оу, что это так блестит? Ого, ты вся сияешь. Как неловко. Вот бы у меня была косметика. Эй, минуточку. Часы. Это может сработать. Итак, вот моя пудра. А это циферблат. Я приклею его на крышку пудры и возьму еще клей. Немного сюда. И сюда. Затем ремешок. Просто приклею его к пудре. Теперь моя тайная пудра готова. Ну что, пудра? Пора избавиться от блеска. Это свидание еще можно спасти. Еще немного. Готово. Фью. Ого, как ты это сделала? Выглядишь потрясно. Совсем немного. Класс, смотрится хорошо. Так, посмотрим, что дальше. Вот что, помада. Такой дерзкий, красивый цвет. О нет, это папа. Надо притвориться, что я занимаюсь. Подозрительно. Что у тебя там на столе? Эй, у тебя книга вверх ногами. Я смотрела на график под другим углом. А, ну ладно, логично. Продолжай учиться. Фух, чуть не попалась. Нужно как-то лучше спрятать косметику. Полки для книг помогут мне. Я положу косметику на полки. У меня ее много. А значит, нужно много спрятать. А теперь корешки ненастоящих книг. Отлично, все спрятано. О нет, он идет сюда. Похоже, она учится. Сколько у нее книг? Какая она у меня умная. Фух, сработало. Он ничего не заподозрил. И моя косметика в безопасности. Можно закончить. Папа был прав. Я умная. Это теперь моя самая любимая песня. Что случилось со светом? Я в опасности? Эй, что это? Кто там? Приветики, вы готовы зажигать? Е-е-е-е! Да ладно, я обожаю огненные гитары. Как здорово, я так люблю свою работу. Ю-ху! Я отрываюсь со своей любимой гитаристкой. Я ее отвлекла? Ага. Теперь можно пойти в эту сторону. Стойте, куда она делась? Ну вот. Сработало. Это было слишком просто. Пора доставать мою косметику. Надо немного подкрасить губы. А теперь время зажигать. Что там происходит в начале очереди? О нет, у нее знак, косметика запрещена. Но я уже взяла немного косметики с собой, блестки. С этим надо что-то делать. Погодите, я просто спрячу это под платьем. О, точно, это же платье. Это точно не сработает. Надо найти другое решение. При
Привет, у меня есть билет. Вижу. Может, ты косметику где-то прячешь? Дай-ка я на тебя посмотрю. Ладно, я ничего не вижу. Ты можешь проходить. Все в порядке. Музыка в клубе просто потрясающая. Никто не смотрит? Нет? Пора подкраситься. Просто сниму туфельку и уберу набойку каблука. Та-дам! Время блесток. Нанесу немного на обе щеки. Отлично, мне нравится. Обожаю золотые блестки. Блестки для всех. Какая длинная очередь. О нет, я не успею докраситься. Так, следующая. Все чисто, проходи. Следующая. О нет. Да, ты права. Мне понадобится это, чтобы проучить тебя. Упс, не это, конечно, ошибочка. Я имела в виду это. Оу, какой милый плюшевый мишка. Что? Вот, блин, я имела в виду не мишку. Вот, вот что я хотела тебе показать. Косметика запрещена. Но я еще не докрасила второй глаз. Что же мне делать? Секундочку, скоро вернусь. Привет, так, теперь я готова войти. Что ж, это мне решать. Дай-ка я посмотрю на тебя поближе. Мамочки, она так внимательно смотрит. Ладно, вроде все чисто. Можешь проходить. Да, наконец-то она купилась. Так, теперь можно снять сережки и докрасить второй глаз. Фу, так намного лучше. Теперь можно и повеселиться. Следующий. У вас есть с собой еда? Вы же помните, что она запрещена. У меня мало времени. Давайте. Все равно это все для вас вредно. Все сюда. Я... Эй, давай уже двигайся. Ну так что? Увидимся. Куда делся этот парень? Эй, эти чипсы живые! Мне же не показалось, верно? Мне сейчас не помешал бы кофе. Сработало! Бинго! Чипсы идут со мной! С едой нельзя, говорите? Ну-ну, я собираюсь съесть целую пачку. Попробуйте меня остановить. Ха! Что тут смешного? Думаешь, ты самый умный, Крис? Тебе это так с рук не сойдет. Это что, учитель? У меня будут неприятности. У меня с собой ничего нет, видите? Что ж, кажется, все в порядке. Этот день когда-нибудь закончится. Я так устала. Думаю, я вне подозрений. Эй, осторожнее! Мои конфеты! За что? Ох, у тебя большие неприятности. Пора перемотать время немного назад. Отлично. Надо избавиться от всего этого. Супер. Время тянется так медленно. Так, это мой шанс. А вот и она. Двигается так быстро. Фу. Стойте, мои шнурки. Нет. Мои конфеты. Они повсюду. Здрасте. Быстро убирай весь этот мусор. Попробуем еще разок. Отлично.
Дурацкие шнурки. Так, теперь все схвачено. Стоп, а куда мне положить конфеты? Кажется, у меня есть идея. Ага, воспользуюсь банданой. Так, оставайтесь внутри, хорошо? Погнали! А вот и быстрая девчонка. О, да. Шнурки же завязаны, да? Да, оба завязаны. Что ж, я готов к уроку. Я чист, никаких снеков. Ладно, проходим. О-оу, ее духи. Какой сильный аромат. Апчхи! Оу, как больно. Я просто... Ай, забудьте. Можете просто все забрать. Математика не самый веселый предмет. Ха! Спасены звонком. Не так быстро, Наоми. Ты еще не решила задачу. Пока не закончишь, на перемену не отпущу. Но я еще не ела. Мозг не желает работать. Не могу ничего решить, пока я голодная. Так, ладно, соберись. И кто вообще придумал эти цифры? Это отрицательное число? Нет. Ничего не выходит. Эй, ты чего тут сидишь? Перемена скоро закончится. Я ужасно голодная. А, поняла. Держись, я сейчас. Итак, как решить эту проблему? Есть идея! Начинаем операцию «Спасти Наоми». Загружаем в машинку топливо для мозга. Берем двусторонний скотч и прикрепляем шоколадку к борту. Отлично! И это еще не все. Ну вот, теперь достаточно. Разве не прелесть? Специальная доставка! Помощь уже едет, Наоми! Главное, чтобы учительница не заметила. Теперь доехать до ее парты. Вот так. Эта штука такая быстрая. Что? О, Тина, ты чудо! Спасибо! Начну с шоколада. Какая вкуснота! Обожаю молочный. Настоящее блаженство. Окей, теперь я могу думать. Ну, конечно, ответ 5. Проще простого. О, какой ужас. У этой девочки и правда проблемы. Шоколадки тут не помогут. Сложно быть демоном. Стоять! А теперь-то что? Еда запрещена. Отлепляй мороженое от языка и давай его сюда. Медленно. Нет, оно мое. Как вкусно. Что за... Мой язык, он прилип. Очень смешно. Но правда, я не шучу, не отлипает. Сделайте что-нибудь. Что, по-твоему, я должен сделать? Как больно. Смотрите. Помогите. Кажется, он купился. Стойте! Думаю, что-то здесь не так. Если я продолжу тянуть? Какая гадость, но так увлекательно. А может, потянуть вот так? Пожалуйста, перестань. Смотри! Не помогает, все так же. Странно, обычно это работает. Ладно, еще разок. Не, может, вам надо больше жара? Не знаю, просто дай мне это. Ну же! Да, получилось. Что не так? О, нет, я совсем не хотел. Твой язык, он... О, так быть не должно. Я сейчас... Это я, пожалуй, заберу. Бе-бе-бе. Язычок. Обожаю эту песню. И мороженое. Я так и знал. Я же сказал, никакой еды!
Упс, перестарался. Уже так поздно? Думаю, мне пора. О, мороженое. Кья! Не, я просто пошутил. Упс, погоди-ка. Эй, еду с собой несете? Еду не. Да, конечно, давай все сюда. Ну ладно. Шоколад ничему вас жизнь не учит. Ну вот, моя шоколадка. Мне точно нельзя взять ее с собой. Дай сюда. Так-то лучше. Это не прикольно, чувак. Я не хочу отдавать ему свою шоколадку. Я! Вот так? Так, ладно. Натяну футболку поверх шоколадки, чтобы ее спрятать. Добро пожаловать в клуб Инферно. У тебя есть с собой еда? Покрутись. Видите? Ничего нет. Только я. Ладно, можешь проходить. Давай. Здесь пахнет... шоколадом! О, только не в мою смену. Не с места. Хоп! Ха-ха, это преподаст ей урок. Хорошего вечера. Ха-ха. Она даже не догадывается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что это? О, похоже на... Не может быть! Осторожнее! О-о-о!